и попросить подписать автора, дать ссылку на песню. Там ему музыку уже подложили, и видеоряд какой-то. Ну, в общем, там все было на форумах солдатских матерей, на форумах христианских каких-то. Там просто песня гуляет без меня совершенно спокойно. Я об этом только узнала. Вот. Песня называется «Молитва». Остывает вечер в моей горсти, занавески с окон срывает ветер. Только не сорвись, рук не опусти. Ты ведь не один, не один на свете. Пляшет на стене от отблеск от свечи. Собираю в пригоршни свет разлитый, голосом охрипший шепчу в ночи странную какую-то молитву. Господи, дай ему терпенье и сил, Господи, веры ему и смирения. Если о помощи он не просил, за него молю, преклонив колени. Господи, дай ему терпенье и сил, Господи, веры ему и смирения. Если о помощи он не просил, за него молю, преклонив колени я. Поутру за окнами ветер стих. Гори меня за мою тревогу, отпускаю ангелов-хранителей своих, ангелам уставшим твоим в подмогу. До тебя всего только час пути, оказаться рядом, да не терпение и сил. Господи, дай ему терпение и сил.